Итак, привет, ребята, вы находитесь на канале «Китай в топе», с вами я, Александр, и нажмите сразу же лосик. Так, значит, у нас пришел вот такой вот пакетик, продавец его оценил аж в 5 баксов, ну, здесь должна быть видеокамера от видеорегистратора, так, значит, вскрываемся и дальше будем продолжать. Ребятки, вот я распаковал все это дело, как вы видите, значит, ребята, у нас в комплекте что? У нас получается сама видеокамера, переходник, вот он открывается, закрывается. Здесь у нас в комплекте еще крепежная подложка и, ну, так подозреваю, типа 3М скотч должен быть, и плюс вот таких вот два саморезика. Как будет камера работать, не будет, я не знаю, буду проситься к заказчику, чтобы проверить вместе с ним эту камеру, хотя бы либо у него в автомобиле это все подключить, без установки, конечно, просто хотя бы подключить, проверить, работает это все дело или не работает. Видно, что камера немножко не такая, как была в описании, мне что-то кажется, если мне память не изменяет, то немножко не такая камерка, и провода немножко, ну, видите, то есть продавец мог, в принципе, прислать только вот эту часть, без вот этих вот всех вот каблонов, но я не знаю, то есть в чем проблема, то ли в этом проводе, вот этом всем, то ли где. Так что ссылку на товар я постараюсь, конечно же, раздобыть каким-то образом, либо найти вот такую вот именно камеру по названию. Опять же, постараюсь найти и оставить в описании, либо что-то просто аналогичное обязательно найду, потому что что-то похожее находил на Алиэкспрессе. Так что, ребятки, лосики ставим на канал, подписываемся, колокол жмем, вот тут колокол, дабы не пропускать последние уведомления с моего канала. С вами был я, Александр, находились на канале «Китай в топе».